Она ему звонила, на встречи звала, всю жизнь рассказала, советов ждала. Его обнимала, за руку держала, думала все в порядке, но не понимала, что ему казалось, будто бы он нравится ей. Он ее мечтал назвать девушкой своей. Время летело, но он не понимал, в чем дело. Словно она отношений не хотела, вечно уходила от этой темы и просила совета в решении своей проблемы. Он сомневался, на части разрывался, боялся, но все же наконец ей признался. В ответ услышал только тишину одну, во взгляде почему-то прочитал свою вину. Не понял за что и просто молча встал, вышел из кафе и навсегда из ее жизни пропал. Повторяла она, не знаю, как так случилось, как всех изменилось. Ведь я любила его, но как друга, могла заигрывать с ним, но как подруга. Он слишком близко к сердцу все принимала, может, просто этих шуток не понимал. И почему-то, вспомнив его глаза, по щеке покатилась.